Крестоносцы Кьюти Марки 10 тысяч. Луна Мун. Великая и любящая старшая сестра. Даймон Тиара, ты тоже выбралась из Понивиля? Я думала, что тебя забрали, когда мы расстались. Я знаю, я думала, вас тоже поймали. Я чувствовала себя такой одинокой. Слишком просто. Они все мои. Наконец-то все мои. Я видела, как они забрали Сильвер Спун, мою семью, всех, кого я знаю. Все они ушли. Я тоже их видела. Твайлайт, этот монстр забрали мою семью тоже. Так как тебе удалось сбежать? Я думала, что я, Свити Эпплблум, были единственными пони, оставшимися в Понивилле. Это была Спитфайр. Она заметила меня, когда пыталась сбежать. С тех пор она за мной присматривает. Я просто так счастлива, что вы все здесь. Вы единственные пони, которых я знаю. Даймонд, все нормально. Не нужно ничего говорить. Сейчас важно то, что мы все вместе. Спасибо, девочки. Да. Теперь давайте выясним, что такого секретного в этой секретной встрече. Я хочу поздравить вас, Инквизитор Лула Мун, с вашим успехом. Я думала, что ты не справишься. Теперь знание Эквестрии в безопасности от копыт Сомбры и Дискорда. Кстати, об этом. Я вам кое-что не сказала. Прости. Я не смогла выбраться из Контрлота невредимой. О боже, как? Селестия, или как она теперь себя называет? Моя команда столкнулась с ней. Она кристаллизировала их всех. Я сбежала, но не совсем. Моя магия может сдерживать это. Пока. И, что удивительно, магия маленькой Свити тоже. Свити? Интересно. В любом случае, это представляет для нас довольно сложную задачу. Что? Простите, взорвите ее своим заклинанием. Мы не можем позволить кристальной пони разгуливать по лагерю. Это не так-то просто, капитан. Подождите. Что? Какое заклинание? Великий Инквизитор разрешил использовать мою магию. Слушай, я уже устала от секретов Инквизиции. Инквизиции? Тише, Свити. Если я главная, то мне нужно знать, что происходит. Очень хорошо. Причина, по которой я не могу взорвать ее этим заклинанием, это моя... что она еще не совсем кристальная пони. Серьезно? Нет. Истинная причина кроется в разуме Инквизитора Лула Мун. Наблюдатели уже собрали все остальные книги практически со всей Эквестрии. Здесь лежит каждая книга из Контрлота и Понивилля. Трикси не смогла убрать свои книги из головы. Если она станет кристальной пони, Сомбра одновременно заберет у нас и получит некоторые из самых важных знаний, которые когда-либо были у Эквестрии. Добавь это к тому, что если она действительно станет кристальной пони, и я буду вынуждена использовать свое заклинание, мы можем потерять эти знания навсегда. Так в чем же дело? Просто вытащи то, что у нее в голове. Все не так просто. Только наш лидер знает заклинание, чтобы сделать именно это. И он находится за пределами этого барьера. Тогда что мы будем делать? Я не знаю. Инквизитор Лула Мун, вы сказали, что остановили процесс кристаллизации? Больше похоже на замедление. Я могу контролировать его сейчас, но он становится сильнее каждый раз, когда он проявляется. Что? Если магия поможет нам выиграть время, я смогу найти ответ на все это. Как будто я хочу частично кристальную пони, бродящую по территории лагеря. В то же время, капитан Спитфайр, она не представляет никакой угрозы в нынешнем состоянии. Хорошо. Никто из пони не заметил меня, когда я вошла. Я держу ногу полностью прикрытой. Поверьте мне, я не хочу начинать панику. Приведите этих кобылок в центральную палатку. Все выжившие должны войти в систему в обязательном порядке. Я найду способ помочь тебе, Трикси. Приведите маленькую Бет в мою палатку позже. Ее магия сыграет свою роль во всем этом. Через некоторое время. Наконец-то. Это заняло больше времени, чем я думала. Нам лучше поторопиться и встать в очередь. Ты моя! Наконец-то. Это заняло больше времени, чем я думала. Нам лучше поторопиться и встать в очередь. Все эти палатки похожи друг на друга. Дежавю. Ты моя! А? Трикси? Что? А? Что случилось? Ничего. Что ты сказал? Странное это шоу, однако говоришь о нем. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь не ясен, к саду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый такой. Время.